Так. Когда ты близко очень-то. Прямой эфир начался. Да? Угу. Так, ждем. Гришко Ворд в прямом эфире. Угу. Так, еще одна минута. Мы на самом деле чуть заранее приготовились. Hello, everyone. Так, самое главное сейчас нашего гостя. Здравствуйте, здравствуйте. Присоединяйтесь, сегодня мы позанимаемся. Добро пожаловать к нам домой. Так, нет, это не то. Это не Яночка? Нет, ну еще вот сейчас ровно 8:00. Так, а меня слышно хорошо? Кто-нибудь там отправьте вот этот знак или напишите «слышно». Давайте слышно? Я вот сюда отойду. Слышно меня? Are you here? Are you here us? Да, много иностранцев. Конечно. Так, hello everybody. Будем сегодня пытаться на двух языках. Эй. Вон Николай Ворд. Вон. Вот Николай Ворд. Вроде отправила, вроде мы приняли. Я не буду заниматься. Во! Привет! Слышно нас? Угу. Отлично. А мы тебя должны слышать? Да. Я же наушник. А, да. А вот здесь слышно. Давай сейчас проверим связь. Я сейчас включу музыку, а ты скажи, слышно тебе? Да, слышно. Отлично. Так, друзья, у нас на самом деле немного времени. У нас всего один час, и Инстаграм просто возьмет и выключит наш эфир. Поэтому мы с Яной позанимаемся сегодня, сделаем небольшую растяжечку, буквально до 10 минут, чтобы чуть погреться, может кто-то сейчас к нам тоже присоединится. И начнем делать урок. Мы сделаем станок, сделаем полноценно все движения. У нас Яна имеет супер баланс, поэтому она вам покажет. Я там делаю пару комбинаций, она постоит, вас удивит. И потом мы сделаем пару прыжков, и все. Я думаю, на это времени нам с ней хватит. Да, так. Я думаю, что нужно на двух языках, мы будем пытаться. Да, значит... Hello, everyone. Да, hello, everybody. First, what we do, a little bit stretching. Ян, как тебе удобно? Я просто сажусь в поперечный, потом правый, левый. Складочка, и просто буквально это 5 минут займет. Все тоже послушают хорошую музыку Баха, чтобы мы с тобой хорошо сейчас раскрыли бедра и да, начнем что? Потом. Если у тебя есть коврик, можешь взять коврик. Да, есть. Не знаю, как у вас, а у нас в Москве прям похолодало сегодня. А у нас наоборот тепло. Да, у нас похолодало, батареи выключили, и у нас прохладно. Так, ну что? Садимся в шпагат. Да, греемся. И пойдем на выдохе вниз. Немножко погреемся. Откроем бедрышки. Если у тебя есть валик, можешь взять валик. Нет. У меня есть вот такой валик, я тоже могу положить под ногу. Hello, everybody. We're starting. First, what we do, stretching. Sorry, I have not beautiful English, but I'm try. Speak English, speak Russian. Переводим на правую ножку. Опускаем левое бедро. Наши арабески с вами. Кстати, добро пожаловать в мой дом. У нас условия карантина. Так, чуть-чуть вперед погнемся. Теперь давай погнемся чуть назад. Во. Наша с вами главная задача сегодня – это отлично провести время. С пользой.
Позитивно. Так, я поменял ножку. Идем вниз. Идем чуть назад. Спокойно, у нас есть время. Не будем никуда, да, особенно в растяжках, торопиться. Так, давай вытянем спину. Сделаем складочку. Если не тянет, берем. Сокращаем стопочки. И делаем складочку, вытягиваем поясницу, складочку прям животиком кладем. Так, Яна куда-то у нас делась. Что-то у Яны с интернетом. Но ничего, мы ее подождем. Без Яны мы не начнем. Так, друзья, мы сегодня занимаемся классом. Если вы хотите с нами, присоединяйтесь. Сейчас мы точно начнем. У нас Яна куда-то сейчас делась. Мы ее ждем. Так, она пока не может к нам присоединиться. Что-то у нее случилось. Николай Ворд. Посмотреть. Вот. Добавляем. Привет, Мексика. Hello, everyone. Так. Мы повторяем, как можем. Хорошо. Мы ждем нашу Яну. Что-то у нас сегодня... Яна не может к нам присоединиться. Да, но мы тогда с вами пообщаемся. Да, да, вы повторяете. Hello, everyone. Мексика, Италия, Бразилия, Россия. Так, ждем Яну. Артем, Яна на месте. Ну, сейчас мы ее будем опять добавлять. Да, она у нас вышла из чата. Почему-то ее выбросила. Подключение. Вот. Все, супер. Яна, все отлично. Так, начинаем. Да, мы немножко... Да, погрелись, чуть-чуть открыли бедра. Так. Так, я давайте чуть-чуть сделаю вот так вот, чтобы нас было видно. Первое, что мы сделаем, лицом в санку. По первой позиции начнем разогреваться. Тандю, сократили. Тандю, вытянули. Тандю. First position, plie. Left, flex, тандю. Push, tendu, first, plie, side, the same, левая ножка, назад за себя, то же самое, полностью весь крест сделаем, повернемся, встали на вторую позицию, погнулись направо, погнулись налево, встали в четвертую, погнулись вниз, с двух сторон. Так, ну что, начинаем. Яна, ты нас слышишь? Угу. Все отлично. Так. Так, warm up. Вот так. Приготовились. Четыре. И тандю.
Натянули. Первое. Плие. Левая ножка. Тандю. Флекс. Тандю. Первое. В сторону тандю. Сократили тандю. Нажали. Тандю. Первое. Плие. Тандю левой. Флекс. Тандю. Пуш. Тандю. First. Плие. Back. Тандю. Flex, tendu, pole position, tendu, first, plie, назад. And plie, в сторону, tendu, flex, tendu, вторая, tendu, plie, и в сторону, side left. Плие. Полный крест сделали по второй. Фордебра. Налево. Гнемся, бедра держим. Левая ручка. Четвертая позиция вниз. Свободная. Растягиваем заднюю поверхность бедра. Повернулись налево. И в другую сторону. Поясничка ровненькая. И закончили. Окей. Начинаем. Несмотря, что у нас сегодня в Москве прохладно, надо раздеваться. Так. Делаем с тобой ян-плие. Дыми. Дыми. Гран-плие. До конца держим пятки. Потом одно кордебра вниз. И тандю. Деми, деми. Гран-плие сделаем. Одно кордебра налево. Тандю. И четвертое. Опять здесь деми, деми. Гран-плие. Взяли в первую позицию ручки. Арабеск. Первая арабеск. Вытянем спинку. Пятая позиция. Точно так же. Деми-деми, гран-плие. И сделаем пор-де-бра в самый низ. И круговое пор-де-бра. И станем ролеве. Окей. Плие. Приготовились. И деми. Деми. Гран-плие. Фордебра. Фронт. Сайд. And second position. Деми. Деми. Гран-плие. Фордебра налево. Тандю. И четвертое. Деми, деми, гран-плие, поясницу держим, подтягиваем. Первая позиция, арабеск. Первая позиция, вытянули спину, арабеск. И тандю по пятой сейчас. Деми, деми, гран-плие. Фордебра вниз. И круговое. И ролеве. Постоим. Стоим, стоим, чуть-чуть. И попробуем, Яночка, сейчас стоишь красиво. Попробуй теперь опуститься прямо на мышцах. Давай. Молодец. Очень важно, когда заканчивается движение, чтобы не было вот этого переступания. Это тяжело, но мы стараемся. Даже на карантине опускаем ноги, зажимаем внутренние, опускаемся на них.
Так, Ян, давай идем дальше. Делаем с тобой тандю. Начинаем спокойно греться. Три тандю по первой. Обязательно следим за тем, чтобы нога была не здесь, перекрещивалась. Релеве. Три тандю. Релеве. Back. Три тандю. Релеве. Тандю. Пятое. Нажали. Пятое. И назад мы делаем по пятой. Раз, два, три. Плие. Раз, два, три. Плие. Раз, два, три. Плие. Нажали по пятой. Нажали по пятой. Спокойно греемся. Тандю. Приготовились. Тандю. Закрыли. Тандю. Закрыли. Тандю. Закрыли. Релеве. Тандю. Закрыли. Тандю. Закрыли. Тандю. Релеве. Back. Тандю. Back. Back. Релеве. Side. Five. Side. And back. One. Two. Three. And slowly plie. Жимно. Тандю. 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 Плие. Вперед. Вперед. Фронт. Плие. Сайд. Вздохнем. И сейчас начнем с левой ножки. Да, отпускаем ноги, чтобы не было блока, отпускаем. Потому что дальше будем, подпрыгнем там, чтобы не было у нас ни колени не зажимались, ни бедра не зажимались, чтобы все было свободно. Приготовили тандю с левой ножки. Тандю. Первое. Тандю. First. Тандю. First. Relevé. Тандю. First. Side. First. Side. And back. Back. За себя. Пятое. Side. And пятое. Тандю. По пятой. Тандю. За себя. Плие. Тандю. 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 Плие. Левой ножки вперед. Пятую. Плие. Открыли. Нажали. Закрыли. Открыли. Нажали. Молодцы. Молодцы, мы с тобой. Если кто-то с нами там присоединяется, про это нажмите или напишите. Я с вами. Аня читает. Так. Теперь переходим на ЖТ. ЖТ у нас будет следующее. По пятой позиции. ЖТ. ЖТ. Пике. Кудепье. Пятое. ЖТ. ЖТ. Пике. Кудепье. Пятое. Назад то же самое за себя. Пике. Кудепье. Пятое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И назад, назад. Пике. Кудепье. Пятое. В сторону. Пике. Кудепье. Пятое. Вперед. Вперед. Пике. Кудепье. Пятое. Раз, два, три, четыре, пять. Повернемся. И с левой ножки. And right and left legs together. Так. ЖТ. Попробуем сейчас фиксировать, поработаем ножками, чтобы они у нас перекрещивались, и в пятую мы закрывали не только пятками, а то, чтобы бедра у нас смыкались. Занимается. Отлично. Следим за бедрами. Обязательно спереди и назад, нога за себя. И вот здесь чувствуете, как ноги смыкаются. ЖТ.
Жете. Жете. Пике. Кудепье. Жете. В сторону. Жете. Пике. Кудепье. Пятое. Back. Back. Пике. Кудепье. Balançoire. One, two, three, four, five, six, seven. Back. Back. Пике. Side. Allez, gone. Пике. Кудепье. Пятое. Front. Front. Пике. Кудепье. And five. One, two, three, four. Поворот. Пике. Пятое. Пике. Кудепье. Пятое. Назад. Назад. Пике. Кудепье. Пятое. Balançoire. One, two, three, four, five, six, seven. Back. Пике. Кудепье. Пятое. Side. Side. Пике. Кудепье. Пятое. Front. Front. Пике. Кудепье. Пятое. Balançoire. Two, three, four. Да. Ничего, разогрелось немного? Угу. Отлично. Думаю, то, что сутеню, обязательно голова чуть-чуть с опозданием уходит. Иначе, если идем вместе с телом, неверно. Дальше дегаже, все пируэты будут в головах. Молодец, супер. Вот как Яна делала, делайте так же. И будет у вас супер баланс, как у Яны. Так, ну, идем дальше. Сделаем партер. Значит, один, второй. Сделаем три. Раз, два, три. Опять. Один, второй. На плие. И сделаем такой лянже. Опять. Один, второй. Поднимем ножку. Невысоко. И потом сделаем через раз. Гранд Батман. Ну, рондежам большой. Итак, у нас два назад. Two back. Three fast. Two back. Plié. Allongé. Two back. Demi-rond. And рондежам en l'air. Two times. Under and underdone together. Look at me, look at Yana. Rond de jambe en l'air. Ready? Repression. Stay. And one. Listen music. Two. And three fast. One. Two. Three. One. Two. Plié. One, two. Подняли ножку. Round. And one. И еще one more. And back. And be done. Two. Fast. One, two. Three, stay. And one. Stay. Stay. Plié. One, two. Подняли, провели и бросок. One. И бросок. Молодцы. Ну, Яна может все. Яна может все. Мы видели твои видеоролики. Все видели. Ты можешь все. Так, рондежам ан лер. Повторяем еще разочек. С левой ножки. Препрессион. Ready. And one. Two. Fast. One. Two. Three. Раз. Два. На плие. One. Two. Подняли. И ронд. И бросок. One.
and back. One, two, fast. One, two, three. One, two, and plie. За себя. Вытянули спинку. Раз, два. Подняли. Провели. И one. Отлично. Во, даже у меня стало жарко. Да. Да, обязательно пытаемся, ребята. Я в том числе вот этими мышцами, которые внутренние, обязательно проводим через соприкосновение, чтобы они у вас работали. Тогда вы будете дальше заноски, кабриоли. Обязательно работайте внутренними. Стараемся. Даже если не получается, направляем туда мысли и пытаемся почувствовать. Так, идем дальше. Фондю. Фондю вперед. Такой маленький рондик. Пассе. Фондю в сторону. Маленький рондик. Пассе. Фондю назад. Маленький рондик. Пассе. Фондю в сторону. Сделаем раз, два, три. И назад. Маленький рондик. Пассе. В сторону. Маленький рондик. Пассе. Вперед. Маленький рондик. Пассе. Фондю в сторону. Один анлер. Поставим вперед. Помните, голова сутеню. And left. Окей. Фондю. Пахита. Так, у нас будет с правой ножки. Ready. Фондю. Ронд. Пассе. Фондю. Сайд. Пассе. Фондю бэк. Фондю сайд. And wait. One, two, three. And one. Back. Passe. Fondue. Left. Passe. Good, Yana. Good, everybody who work. Fondue. Adina left. And left. Fondue. Passe. Fondue. Side. Passe. Fondue. Back. Passe. Fondue. Side. And one, two, three. Stay. One. Back. Passe. Fondue. Front. And side. One on left. Good. Да, все улыбаемся. Нам ничего не стоит. Мы легко занимаемся. Да, легко занимаемся, даже если у нас что-то свело, не делаем вид. Неважно, карантин. Чем больше сводит, тем шире улыбка. Так, идем. Да, значит, фраппе. Те, кто не в форме, идеально. Крестом сделаем по два сокращенные стопой. Чувствуем, что выворачиваем на флексе. Your heel more up and turn up. Всегда выворачиваем. Здесь то же самое. Стараемся на пяткой, когда будем открывать, выворачиваем. Итак, two front, two side, two back and only releve. Releve, back, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, releve, five position, turn and left, flex, beginning, on the or, flex two times, side two times, back two times, and only releve,
Very, try very hold your hips back. Три вытянутых. Три в сторону. Три. Одно ролевое. And left. Это будет завтра. Плохо, плохо будет завтра. Сейчас нормально. Так, фраппе. Ready. Stay. Fix. Side fix. Подтягиваем бедра. Чувствуем, что вытягиваются колени. И только два ролевые. Ролевые. Поставили. Ролевые. Поставили. Назад. Раз, два, три. Так, Ян. Раз, два. Держим. Раз, два, три. Одно ролевое. Поворот. Голова осталась. Повернулись. Раз, два. Держим. Hold. Stay. Back. Try more. За себя. Try more за себя. And three назад. One, two, three. Stay. 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 One releve. Five position. Turn. And relax. Отлично. Хорошо идем. Сейчас, Ян, будет такая комбинация. Значит, мы встанем. Поднимем ручку в третью. Сделаем арабеск, пятый, арабеск, пятый, арабеск, пятый, арабеск, пятый. Пятый раз. Аттитюд возьмешь, отпустишь ручку, аленже, и повернемся с левой ножки. Можно сделать по дебуре. Поднимем ручку опять же. Раз, два, four, five. Поднимем ножку. Стараемся за себя ножку держать. Отпустили правую ручку, сделаем аленже. Делаем по дебуре. Потом здесь Яна проявит свою устойчивость. Мы возьмем пассе. Отпустим ручку. Ничего не меняем. Вторая позиция, ничего не меняем. Третья позиция, ничего не меняем. Первая позиция. И повернемся. То же самое. Встали, отпустили ручку. Отлично. Да. Обычно, когда говорят, что Яна сейчас покажет баланс, Яна может не показать. Но на самом деле она это делает очень хорошо. Так. Отлично, да. Подписывайтесь на канал Гришко. Так. Начнем. Приготовились. Пятая позиция. Подняли ручку в третью. Пятый. Плие. Пятый. Плие. Молодец. Пятый. Плие. Пятый. Последний раз плие. Аттитюд. Отпускаем ручку. Аленже. Подебуре. Пятая ручка. Арабеск. Пятый. 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 И еще разочек. Стопы сзади не косим. Подебре. И просто на пассе взяли ручку. Первую. Открыли руки в сторону. Третья. Первая. Подставили. Молодец. И с левой ножки пассе. Раз. Отпускаем ручку правую. Открываем в сторону. Reposition. Good guys. Молодцы. Так. Хорошо, идем. Да, это все, обычно это все в еде. Поэтому правильное питание всегда
дает нам нужный баланс. Так. Так, друзья, без юмора никуда, поэтому идем дальше. Тибатман. Или нет, давай сделаем тибатман после адажи, немножко разобьем потом чуть-чуть крепатуру. Поэтому давай сделаем адажу. Адажа будет всем, кто хочет танцевать Жизель, посвящается. Пассе. Открыли вперед. Ронд. Аленже. Поставили в пятую. Здесь вот, если помните, второй акт Жизель делает. Так, через первую повернемся. За себя ножка. Вы опустили пятку. Делаем планше вниз. Проведем вперед. Пятое. Пассе. Ронд. Подняли. Аленже. И с левой ножки то же самое. Аленже. Подняли ножку от станка. Планше. Здесь на адажу смотрите сюда на девушек. На мужчин не смотрите на адажу. Потому что особенно это экарте, которое вы сейчас будете делать вместе с нами, вот туда прям проводите, чтобы нога аж вот сюда выходила ваша. Так. Сейчас я найду нашу адажу. Так, а где наша адажу? Так. Да, потерялась адажу, минуточку. Сейчас оно будет. Я его случайно не добавил. Но сейчас я его добавлю. Минуточку, друзья. Его только нужно найти. Ну, так всегда бывает, знаете, когда вы что-то хотите найти быстро. А, здесь такое всегда и происходит. Ага. Ага, без. Да, напишите, кто из вас занимается. Так, извините, друзья. Техническая неполадка. Нет. Все нормально. Компьютер заработал. Все адажи сделают, не переживайте. У всех заболят бедра. Приготовились. И пассе. Открыли. Пошли рон. Стопы тянем через экарте. Кто как может. И как Жизель. Хоп, как за ниточку подняли. Ножку оставляем. За себя. Так, настроение наше все. Пассе. Открыли в сторону. Поверну, ром. О, хорошо. От станка. Молодец, Ян. Так. Обязательно. Дыхание наше все. Как и питание. Так, теперь классический урок. Нашел, все нормально. Стой. Дальше идем. Тибатман. Ready. And seven times front. Seven. Plie. Back. Plie. Отпустили ручку. And left. Seven times Tibetan plie. Seven back plie.
stay without bar and change legs by position and turn. Okay, guys, Tibetan, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. 1, 2, 3. Hop. Stay. Change legs. By position and turn. And left. Upward, 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 upward. Yeah. Back, 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 back. Yeah. Change legs. Вот сейчас я повернулся и сделал вот так. А надо делать, повернулся и на мышцах спустились. Смотрите и учитесь только хорошему. Фух, да, когда устаем, немножко забываем. Даже если все знаем. Так, друзья, теперь мы делаем батман. Два, два вперед, пике, батман. Два в сторону и три. Раз, два, три. Назад, назад, пике, гранд-батман. Раз, в сторону, в сторону. Раз, два, три. Итак, back, back, пике. Назад можно два пике делать. Пике, five position. Side, side. 1, 2, 3. Front, front. Пике, пике. Five position. 1, 2. Ba, lan, soa. Okay, grand batman. One minute. 1 minute. Ready? And one. Stay, pique, stay, side, stay, stay, and three, one, two, three, and back, batman, batman, pique, stay, два в сторону, у вас, два, and balançoire, one, two, and back, one, two, and two pique. Nice. Side. Держимся, ребят. Три. Раз. Два. Три. Вперед. Вперед. Улыбаемся. Ничего не стоит. Во в сторону. In balançoire. Раз. Два. И сразу с левой. Сразу с левой. И ничего мы... Сейчас, стоп. Хотел сразу. Компьютер дал нам отдохнуть. Предатель. Начнем с левой. Приготовились. На закрывание. Раз. Два. Смыкаем пятую. Теперь в сторону. Раз. Два. И три. Раз. Два. Бедра держим. Назад за себя. И пике. Два в сторону сейчас. Приготовились. Закрыли. Закрыли. И балансуар. Раз. Раз. Ту пике. One. Two. Закрыли. One. Держимся. Долго отдыхали. Фронт. Pique two times. Inside. Сейчас самое полезное. Забыл. Молодцы. Ну как, отлично? Отлично. Я думаю, те, кто сделал эту комбинацию, чувствуют, что отлично. Так, теперь делаем... Насколько осталось минут? Отлично, супер. Так, теперь делаем ролеве. Все мы, значит, закрепим. Плие, ролеве, плие,
Relevé, plié, relevé, and try, if you're down, try, feel your muscles, not relaxing, feel gymna, like juicy, if you understand my English. Четыре раза, плие, релеве, плие, релеве, потом восемь раз мы сделаем, постояли. Потом на правой, два раза, и делаем релеве на правой. На левой тоже сделаем плие, плие, релеве, и подряд. Ой, хорошо. Так, приготовились. Они нам завидуют. Плие, релеве, опустились на мышцах, плие, релеве, на мышцах, плие, релеве, высокие полупальцы, плие, релеве. И теперь подряд наверх, акцент, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, опустили ручки, проверяем себя. Подтягиваемся и на правой ножке. Плие, релеве. Плие, релеве. И подряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На левой ножке. Плие, релеве. И опускаемся мягко. Плие, релеве. И подряд акцент наверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Молодцы. Так, у нас есть время. Мы подпрыгнем. Подпрыгнем. Сделаем сначала первую комбинацию. Есть время на прыжочке. Самый главный закон прыжка. Все, кто нас слушает, обязательно. Мы не думаем, как прыгнуть, а мы думаем, как мы приземляемся. Особенно на жестком полу, на кафеле, на плитке, у кого что лежит. Мы думаем, чтобы приземляться тихо. Мы разогрели бедра, колени, все разогрели. И мягко мы прыгаем, мягко. Принимаем пол и все чувствуем на мышцах. Обязательно. Комбинация будет следующая. Два соте релеве. Два соте тандю. Два соте релеве, два соте тандю. Так мы сделаем два раза и остановимся. Приготовились. Сейчас, не сначала была музыка. Так, приготовились. И раз, два, релеве. Вторая. Молодец. Релеве. Вторая. Приземляемся. Первая. Релеве. Вторая. Первая. Релеве. Вторая. Молодцы. Вздохнем. Потом будет сейчас следующая комбинация. Четыре по первой. Четыре по второй. И восемь по пятой. Меняем ножки. Четыре по первой, четыре по второй и восемь. Ничего сложного. Обязательно думаем, как приземляемся. Стараемся вытягивать стопы, колени. Ничего замудрить не надо. Проверяем на бетонном полу, как мы можем принимать пол. Задача скромная. Поехали. Выносливость. Первое. И раз, два, три, четыре. Вторая. Раз, два, три, четыре. Пятая. Первая. Раз, два, три. Локти держим. Вторая. Пятая. Молодцы. Мы с тобой молодцы. Так, и теперь, Яна, мы пойдем ударно. Соединим первую комбинацию и соединим вторую комбинацию. Да, держись. Держись. Сейчас мы сделаем с тобой выносливость, а потом
Ты не представляешь, как мы будем с чистой совестью с тобой спать сегодня. Да. Поэтому сейчас мы... Да. Ну, если там халтуя, то понятно. Там не дорабатывает кто-то. Итак, первое-первое ролевое. Первое-первое тандю. Первое-первое ролевое. Первое-первое тандю. Первое-первое ролевое. Делаем эту комбинацию, потом 4. По второй, 4 по первой, 4 по второй, 5. 4 по первой, 4 по второй, 8 пятых. До конца музыки. Принимаем пол. Сейчас сфокусируемся на внимание. Приготовились. И раз, два, ролевые. Раз, два. Раз, два, ролевые. Раз, два. Локти держим. Раз, два, ролевые. Раз, два. Вторая. Первая. Первая ролевые. Держимся. Только начало. Четыре по первой. Раз, два, три, четыре. По второй. По пятый. Хорошо уже всем нам. По первой. Вторая. Держись, Яна. Молодец. И... Все. Ну, отлично. Теперь у нас осталось чуть-чуть времени. Обязательно после таких тренировочек вы берете коврик, after class, I have special коврик. It's коврик my daughter. Она мне разрешила. I have permission. And now, after class, Johann Sebastian Bach. Suite number 3. We see it. Сейчас мы горячие, тело разогрелось, даже я бы сказал, перегрелось. И теперь идем вперед, медленно, на выдохе, расслабляем плечи, бедра. Don't forget about breathe in and breathe out. And relax. Если кто-то занимается йогой, наверное, вы это знаете, что дышать очень важно. Отлично, Яна. Идем на продольный шпагат. Поворачиваемся. Сначала я расслабленно поворачиваюсь, а потом все дотягиваю. Опускаем это правое бедро. Обязательно поворачиваем плечики. Вытягиваем колено переднее, заднее. Идем вперед. Дышим. And back. Don't forget about breath. Hold the breath. Отлично. Медленно поворачиваемся. Другую ножку. Аккуратненько. Not fast. Little bit stay. You need more concentration. These hips. And try a little bit push back, but slowly, very soft. And for the breath front. And for the breath back. Разворачиваемся. Идем в складочку.
Медленно вытянули спину, как будто вас за макушку подняли. И животом. И на выдохе еще глубже прижались к ногам. Сократили стопки. Flex. And one more. And relax. Ну, ребята, как ощущения? Немножко обязательно надо давать. Ян, как ты там? Живая? Хорошо, да. Хорошо. Немножко было чуть потяжелее. Яна просто уже была на мастер-классе у меня. И я всегда рад ее видеть, потому что когда талантливый человек, еще и с хорошей школой, выученный, поэтому всегда работать одно удовольствие. Для таких людей очень мало замечаний. И они тебя понимают все равно с полуслова, даже если ты только начинаешь о чем-то говорить, они уже знают, зачем нужно следить. Поэтому у нас осталось буквально чуть-чуть времени, поэтому я хочу вам сказать спасибо, Thank что you вы... So much, Thank you so much, everything. I'm try speak English, but my English not very beautiful, but I'm try. If you understand me, it's my... is my как победа, my winner, and I hope you enjoy every day. Don't forget about breathe. Don't forget about relax after class, stretching every day, because after class you feel tomorrow pain, and the same you beautiful music, maybe Bach, maybe something else, and relax and stretching every day. And big kisses, big hug in Moscow. See you soon. I hope we come in this world after COVID-19. И я думаю, что мы скоро к вам приедем. Все это рано или поздно закончится. Спасибо вам большое. Спасибо, Яна. Спасибо вам. Да. Спасибо. Держите форму. Естественно, всегда не забывайте, что у вас есть друзья, что у вас есть семья, которую нужно любить, которую нужно беречь. Друзья, все, мы вас целуем. Да, спасибо всем огромное. Давайте, приходите тоже у нас и мастер-классы, и все в Зуме. Там, на самом деле, намного интереснее, потому что можно всех видеть и замечания делать. Вот. Ну, мы сегодня работали сегодня, с Яной. Сегодня, да, вы молодцы, да. Просто. Ну, у нас было, на самом деле, мало замечаний. Спасибо большое Гришко World, Николаю Юрьевичу лично и всем-всем. Спасибо, что организовали этот класс. Вот, мы очень рады поделиться своими знаниями, так что всех обнимаем, целуем. Thank you for everyone. Thank you. Thank you and hello. And goodbye. Давай, Ян, спасибо. Спасибо, спасибо всем. Спасибо вам большое. Так, и завершить.